Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. Сегодня у нас очередная серия про советский магнитофон электроника 323-1. Как его сделать из него MP3-плеер? Люди, которые в детстве такой магнитофон не имели и мечтали о нем, так и не получили его, радовать не будут. Это так более, так сказать, молодое поколение. Уж если очень хочется, надо вот купить вот такой на Алике CD кассеты адаптер, который имеет форму аудиокассеты. Даже там катушечки присутствуют. Так и тут, я понял, тут аудиоголовка присутствует. Механик присутствует, чтобы обмануть автомагнитолу с автостопом и реверсом. Вот такие черные бывают. Вот такая белая. А тут вот даже было написано автореверс. Но вот она у меня что-то бракованная. Вот эти две нормальные, вот такие черные. Тут вот специальные пазы есть. Этот провод можно под свои нужды можно вывести так, можно вывести так, можно протащить во всю длину, вывести с этого угла или с этого. Болтик маленько откручиваете и протаскиваете. Я имею в виду вот. Тут что-то так узковато. Пришлось маленько открутить, чтобы расширить и переставить сюда. Так. Автомагнитол я вам показывал, как войдет в любой кассетник, главное, чтобы провод. Ну, советских проще, в таких вот, если крышка даст, давайте попробуем, кстати. Так. Видите, не пускает. Если его сюда завести, видите, не закрывается. Не во все подойдет. Так, ну давайте попробуем. Значит, MP3. Так, встало. Вроде вошло. Поводок маленький, не так надо было пустить. Ну ладно. Видите, все, даже крышка нам закроется. Ладно, не будем уродовать, а то еще сломаешь. Значит, подключены у нас к телефону. Так, погнали, ну. Был присвоен четвертый ранг сложности. Его площадь составила 400 метров. По тушению пострадали двое пожарных. Они были госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Сегодня утром огонь потушили. Сейчас на корвете продолжается проливка надстройки и верхней палубы для ликвидации возможного тления. А также выполняется откачка воды. Так что вот самое простецкое. Это просто тут этот пищащий звук, это наводка с компьютера, не обращайте внимания. Уж это MP3 плеер не буду включать, чтобы монетизации не лишиться. Но вот это как-то так, самый простецкий вариант. Так, вот интересно, почему вторая работает. Пленки там вроде нету. Это-то понятно, он его обманывает. Никогда бы не подумал. А, там шестерни внутри стоят. Хитрый механизм, чтобы реверс обмануть. Зараженных омикроном. Подтвержденные случаи обнаружены в Москве, вот Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону. Вот вам MP3, MP3 плееры, все на свете. У всех инфицированных. Китайцы молодцы, чего я могу сказать. В общем, как-то так. Поставки привлекли гражданскую войну в США в 24 году. Статье для газеты Washington Post генералы Пол Итан, Анджелина Тагуба и Стивен Андерсон утверждают, что после президентских выборов в 2024 году ситуация в Соединенных Штатах может накалиться до состояния гражданской войны. По их мнению, политические разногласия могут разделить американские войска на два противоборствующих лагеря. Генералы призвали провести масштабные проверки вооруженных силах США, передает РИА Новости. В общем, как-то так. Продолжение следует.